удар пришелся в заднюю левую часть машины. И довольно-таки сильное повреждение. Повреждено заднее крыло, крышка багажника и место под запаску, то есть корыто. Крышку багажника буду менять, остальное будем восстанавливать. Вот такие заломы после разборки. Загнута задняя часть балки бампера. Вот такой вид. На начало вытягиваю селитку бампера вместе с креплениями и куском лонжерона. Вот в итоге кто-то вытаскивается лонжерон. Остальное будем обрезать, так как он нам будет мешать. Сначала обрезаю его, чтобы подойти к точкам сварки. И высверливаю. Прежде чем все рассверливать, вытягиваю заднюю панель и опускаю левый лонжерон вниз при ударе, его чуть приподняло. Ну а затем все рассверливаю на отдельные элементы. Практически все отсверлил, начинаю понемногу все вытягивать. Сложнее всего, конечно, будет восстановить корыто, но довольно-таки не повредено. Для начала чуть-чуть вытягиваю. Верните, угол идет по диагонали, поэтому начинаю тянуть чуть-чуть наискосок. Вытягиваю, поднимаю, равняю место под запаску. И после того, когда все выровнял, свариваю все на место. Кусок лонжерона решил сделать свой. Остальное все равняем на столе и потихоньку привариваю. Но не все сразу. Для того, чтобы все остальное сваривать, надо чуть вытянуть заднее крыло. Что я и делаю. Сначала арку вытягиваю, потом подтягиваю само крыло, чтобы оно было примерной формы. Ну а затем буду все сваривать в обратной поперечке. Практически все варил, но теперь нужно примерить крышку багажника и по возможности фонарь, что я и делаю. После того, когда убедился, что все похоже, довариваю остальные части. Со сваркой уже покончено, осталось выровнять, точнее, заднее крыло. При помощи споттера я его выравниваю. Примеряю фонарь, задний бампер примеряю до этого, машина готова. Отдаю на покраску. Машина покрашена, собрана, вот такой получился результат. Ну а я желаю всем удачи. До встречи.